Народ, всем огромный привет! Долгое время у меня на даче лежит пара пачек вот таких вот досок. Примерно 80% это горбыль, остальные 20% попадается необрезная доска. Пару лет назад я по очень смешной цене купил себе их на дрова. И как водится, пиление откладывал на завтра. И в итоге так они вот у меня и лежат. Выдался у меня свободный денек, и глядя на эту кучу, захотелось сделать что-нибудь полезное. Ну а то, что у меня получилось, вы увидите в этом видео. Если кто-то захочет повторить, то в конце ролика я прикреплю чертеж. Друзья, вот такие классные складные стульчики у меня получились. На работу ушел ровно один день. Начал я где-то примерно в 8 утра и закончил в 8:30 вечера. Два перерыва было у меня на обед, а также примерно час я уделил на игру с дочкой. Покрыть антисептиком я успел в этот же день. В этом меня классно выручил китайский аккумуляторный краскопульт.
Вот чертежик, как вам и обещал. Стульчики очень классные, легкие, весят они примерно 2,5-3 килограмма. Такой вот получился сегодня выпуск. Если понравилось, поддержите лайком, поделитесь этим выпуском с друзьями, поделитесь вашим мнением в комментариях. Я желаю вам всем всего хорошего. Всем пока-пока.